Чайковского фан-клуб. Добрый вечер, Чайковский! Даже не знаю, с чем вас поздравить. День защиты детей уже был. День защиты собак уже был, мне подсказывают. Надо нам придумать день защиты кого-нибудь от кого-нибудь. Давайте, придумайте, какие варианты есть? Юлька, привет. Есть варианты? Ну, раз вариантов нет, тогда мы начинаем. Песня посвящается неверным мужчинам. Естественно, таких в этом зале нет. А мы заранее извиняемся за свое дальнейшее поведение. То есть, если я упаду в бар, все расходы ложатся на фан-клуб. Ну, поехали, девочки, поем вместе. Как ты? Спасибо большое! Вот следующую песню я и пою на самом деле, но Любы нет.
Люба где-то отдыхает сейчас, судя по Инстаграму. Но я как победить собрать этот точь в точь. Не буду сегодня в один. Спою вам сейчас наш дуэт с Любой и за Любу, и за себя. Я тоже его люблю. Следующие 3,5 минуты. Начинаем Успенская. Как от автора. Всегда это говорила, говорю и буду говорить, надеюсь, еще очень долго. Спасибо вам огромное, каждому из вас, за то, что вы поете вместе со мной, потому что видеть это и понимать, что вам это близко, что вам нравится то, что я пишу, для меня это мое все. Спасибо вам огромное, низкий вам за этот поклон. Очень низкий не получился, больно юбка узкая, как бы, но не хотелось бы бежать переодеваться, все-таки мы уже как-то поймали с вами волну, да, нашли контакт. Вот, а следующую песню выбирает фан-клуб. Ешь, молись, люби. Вспоминай. Это последняя бы, финалочка. Вспоминай. Алло. Ешь, молись, люби. Да я только что вам. Какие разные варианты. Понимаете, я проверяю просто. Все песни, я не знаю, дорог. Алло. Алло, прям сейчас не вопрос. Поехали. Алло, поем вместе. В зале дети, текст переделать не буду. Я тоже сразу молюсь, молюсь, молюсь. Я не подумала. Роман, хочу.
наши встречи нажми, как на нитку, это так долго. Я пытаюсь позабыть, но новая попытка будет иголкой. Расставляю все мечты по местам, крепче нервы, меньше веры, ты зовёшь. Не жалей ни о чём, ты мне всё простишь.
Yeah.
все. Что же мы, девчонки, дырочки делаем? Ему не жаль. Глупая, ну хочешь плачь? Я буду за руку. Yeah.
любви сущий приклад. Неделимая пополам. Посмотри, битва сердцем проиграна. Ты сама это выбрала. Вам. Аплодисменты этой девушке! Спасибо вам большое! Спасибо! А чуть неожиданно сейчас как споем? Бьонсе! Бьонсе, да! Бьонсе? Да! Прямо так, Бьонсе! Ладно, с таким акцентом я и буду петь. Поехали!
бы. Куда, дети? Давайте куда положить? Давайте нам. Давайте нам сохранить. Вот. А вот девушка сидит. Вы вам говорили, да, что вы на лорок похожи? Говорили, да? Да, у Ани Лорок, кстати, тоже вот. Уже просит девушку здесь из бара, чтобы ей налили. Уже без тебя, да, действительно. Недавно состоялась премьера моей, опять же, песни. Получается, я хвастаюсь весь вечер. Я не виновата, что я пишу песни. Хотите, больше не буду. Вот. Действительно, наконец-то у нас долгожданное тоже сотрудничество с Аней Лорок. Но, к сожалению, мы с ребятами еще не успели ее отрепетировать, и сегодня спеть ее для вас не сможем. Но, тем не менее, в ближайшее время, на ближайших концертах мы обязательно будем песню «Без тебя», которую теперь поет Аня Лорок, исполнять тоже для вас. Но в следующий раз. Что? Вы там будете. А, тогда помню. Что вы говорите? Попробуем сразу? Да! Нет, я вам могу припев напеть. Я хочу, чтобы в том твоим глазам светом ночи вдруг стали небеса среди белого дня. Это счастье меня лишает сил. Не хочу, чтобы ты меня любил. Еще не было репетиции. Вот, и в следующий раз обязательно споем. А сейчас... Все. Роман! Люба-любовь еще не вышла. Вы уже Люба-любовь. Понимаете, в чем дело? Да? Что значит, поставь хэштег в Инстаграме. Люба-любовь, новая песня, следующий хэштег. Да, нету пока. Тю-тю. Но я вам открою секрет. Песня быстрая. Люба-любовь, быстрая песня. Прям быстрая такая, как положено. Как вспоминать, да? Как вспоминать, да. Круто. Ешь, молись, люби. Ешь, молись, люби. Всем ощущение трепетного в сердце. Неважно, крупный это роман или настоящая любовь. Все это наши чувства, которые... Да. Когда мы страдаем или когда мы счастливы, говорят нам о том, что мы с вами люди, у которых есть сердце, у которых есть душа. Ешь, молись, люби для вас. Куда ты, блин? Можно я поставлю сюда? Ну, здрасте. А ну, давай сюда. Бля. Вот так куда-нибудь. Сердце бьется еле-еле, тише-тише. Ты видишь, как душа из тела рвется выше-выше. Ты первый, кто меня столкнул с моих небес на скал. Видишь, что со мною стало, выжжена пуста. Да, я сумасшедшая, но я тебя простила. Thank you.
Держи меня, держи меня. Поблизко. Спасибо вам огромное. Ну, я считаю, закончить надо на позитивной ноте. Как бы, да. Смотрите, вам надо работать в конференции. Ну, я говорю, легко. А сейчас, давайте на секунду такая тишина раздастся в Чайхане. Видели эти песни? Люби меня долго. Нет. А громче, ну что ж такое? И вот всем вам я желаю простого человеческого счастья. Вот чтобы долго-долго, чтобы по-настоящему, по-настоящему. Чтобы свой-свой человек, чтобы рядышком, рядышком. Поехали! Пою вместе! Например, без...
Пустой гид.
Поставлю.